Радио 54. Ну, девчонки все еще ориентируются, да, все-таки на издания модные? Или уже сарафанное радио делают? Я бы сказала, девчонки, которые в этом разбираются. Да? Да. То есть, если хочешь все-таки не просто купить то, что тебе понравилось, да, а если хочешь как-то соответствовать... На пару лет вперед, да? Приобрести то, что будет актуально, потому что все-таки до нас доходит это примерно все-таки еще с опозданием 2 года. Да, в смысле, до нас доходит, когда это массово, да, приобретает? То есть, когда у нас во всех магазинах появилось что-то, значит, там уже... Искусственные шубы этой зимой. Все, всем надо. Все, это уже не модно там, на самом деле. Ну, на самом деле, да уже как бы... Сейчас весна. Уже Москва их перестала носить. Уже все. Переработку отправили. Кстати, о весне. Давайте о трендах этого года поговорим. Что-то принципиально новое, что-то принципиально отличающееся даже вот от зимы, например. Чего уж про прошлую весну вспоминать? Принципиально отличающееся... Цветовая гамма все еще пока у нас там и нежная, и яркая. По фактурам все так же у нас и кожа, и замша может быть актуальна. Ну вот сейчас все теплее и теплее, не знаю, мне уже как бы жарковато в коже и замше ходить. Имею в виду, то есть брюки, платья и так далее. Я для мужчин прочитал, бархатная фактура, да. Вот тоже актуальна. Бархат, велюр, велюровые брючки достаем мужчины, те, которые вот положили на какое-то время, потому что, ну, Советского Союза еще положили. Есть смысл, действительно. Вельвет. Ну, рубчик. Причем, это, да, это, да, причем вот эта тенденция, правда, есть. Если сейчас это не модно, я вот у вас в августе говорила о том, что убираем туфельки девочки с платформы в подносочной части на время. Я думаю, что через все-таки там года, ну, полтора-два это снова вернется и выбросила туфли Балдинини, как я могла. То есть, скорее всего, все очень даже вернется. Кроме бархата. Кожа, ну, мы об этом тоже уже говорили. И сейчас, наверное, новую волну переживает спортшик. Худи, толстовки, везде, в деловых образах, с костюмами строгими, классическими, то есть многослойность там, где тоже у нас там из-под худи что-то выглядывает. Но вот все вот эти вот объемные воротники без капюшона, сейчас это будет самое-самое. У парней я прочитал, что, значит, оверсайз no, а вот это в обтяжечку опять yes. Да? Да, все это продолжается. Но, что касается брюк, уже скини меняем на более свободные. Наконец-то. Туда-сюда, все... вот честно. Вот если... Как называются мужские свободные брюки? Я знаю, что для девчонок джинсы мам есть. Они такие более, ну, не в обтяжку. Мам. Трубы, бананы, как... пирамиды. Серьезно? Да, да. То есть... Ну как же модняшки, названяшки, типа худи, шмуди, все такое. А сейчас все же ближе мы опять к классике. Как бы это ни было, вот, наверное, грустно и удивительно, но вот честно, порой кажется, то есть блестящие брюки сейчас снова мужские актуальны. А стрелки можно оставить, можно загладить. То есть это хай-тек, современная, да? Классика. Стиль нет? Блестящие мы брюки. Мы говорили про космическую тему. То есть всевозможные блестящие фактуры, покрытие серебристой, золотистой краской, еще пайетки все еще тоже появляются. Но это уже про женский, если мы будем говорить, гардероб. Аксессуары весной. Модно, не модно? Какие? Сейчас все внимание и дизайнеров, и имидж-стилистов направлено на обувь. Ну, хотя, наверное, сумочные, там, скажем, специалисты тоже, наверное, поспорят. Но сейчас все внимание на носочную часть зауженную, каблук помассивнее. Каблук-кирпичик, каблук-столбик, каблук, словно там что-то там спрятали в него, и вот в какой-то в прозрачный там, в каком-то, не знаю, в прозрачные банки что-то там выглядывают, нас смотрят, трапеции всевозможные, то есть декор, все внимание на каблук, но сейчас женственность стала более комфортной, если мы говорим про женские аксессуары, если про мужские, более, опять же, изящные. Вот как, ну, видимо, снег как бы сойдет, станет попроще ходить. Нам уже не так нужна платформа и тракторная подошва. И вот как-то мы вот на тоненькую, узенькую подошву встаем и поуже носочная часть. Я прочитал, все внимание на ноги. Что у мужчин главный цвет сезона белый вообще.
Это так? Я бы сказала, белый вообще нас будет очень удивлять сейчас, потому что снова белые ботинки, белые сапоги и total look белый. То есть вот это там брюки, куртка. Ну, то есть ангел. Модников ждем, да. Вот я думаю, что это будет очень приятно. Если действительно это вот внедрится в Новосибирске, это будет очень здорово. Касаемо туфель и изящества в этом вопросе, носки длинные, цветные, все еще в моде или уже все? Уже, наверное, вот такой вот шум, да, назовем так, какой-то вот прям желание привлечь внимание носками, как бы вот оно осталось, да, то есть есть люди, которые, ну, прям любят, да, это какой-то, назовем, я выбрал такой себе, такую фишку образа, такой акцент, окей, но чтобы быть модным, не обязательно это должны быть именно яркие носки, то есть это может быть что-то другое. Ну вот, например, с костюмом, где есть пиджак, юбка и туфельки изящные, как вы говорите, с зауженным носиком, вы бы надели носки? Лично я? Да. Надела бы. Но носочки, скорее всего, из сетки и такие свободные, не облегающие, а вот такие, чтобы себе прям гармошечки. Да, гармошечки. Такой, да. Очень красиво. Это прям очень напоминает мне, кажется, вечерние перчатки. И что-то в этом есть, да. Чтобы выглядеть всегда модно и при этом не тратить много денег, нужно сделать акцент на аксессуарах. То есть продуманная, хорошо подходящая по типу фигуры, по цветовой гамме база, она прекрасно трансформируется в более современные образы, если мы покупаем время от времени обувь трендовую, сумки, бижутерию. То есть если бижутерия, то сейчас крупные металлизированные серьги, как тонкие изящные украшения, так и наоборот, сейчас многослойные опять какие-то появились, ожерелья, чокеры там, какую-то новую тоже волну переживают. То есть это раньше были кружевные, какие-нибудь там бархатные. Сейчас это, ну, какая-то такая более элегантная тема. Например, черная лента или там какой-то галстук. Да, то есть все-таки чуть-чуть более массивнее, чем немного. То есть вы предлагаете, если вкладывать... Фотопринт возвращают, я прочитал. Да? Собираются? Угу. Я думал, что фото, уже... которое вы сделали в Таиланде, да, в прошлом году с семьей, бабушкой и внуками, вы можете поместить на модную футболку. Ну, то есть фотопринт был очень в 2000-х моден, да, вот, и я думал, что все это как бы отошло, а сейчас, говорят, снова возвращается. Ну, если мы зайдем сейчас в магазин, мы, в принципе, это в итоге и увидим. Это не только касается футболок, но и касается, в принципе, наверное, повседневной одежды, то есть та, которая ближе к телу. Что касается там уже... посерьезнее верхние жакеты, там все-таки более лаконично. Ну, пусть принт где-то будет. Вот я всегда своим клиентам по поводу принтов и по поводу аксессуаров рекомендую. Говорю, если вы сомневаетесь, вот вы просто посмотрите, прочитайте, переведите, если это нужно, не знаю, язык, и спросите себя, это про меня? Хард-рок. Кафе. Хард-рок. Это про меня. Я там был... И все там делал. Да. Вот, и что касается аксессуаров, что то есть онлайн. И Пхукет, и кафе. А что касается, допустим, аксессуаров, ну вот тренды, да, то есть, например, там космическая тема, крупные серьги, там многослойные ожерелья, я уже сказала, броши, да, например. Сейчас это какая-то композиция. То есть пусть это будет целая история. Пальма, черепашка, какой-то кораблик, все это со стразами, возможно, либо жемчугом украшено. Ну, опять же, если это про вас, надеваем. Если нет, то... Вы предлагаете как-то сделать личными одежду, если у вас появилась какая-то ассоциация, и если она вам в душе лежит. То есть такая связь ментальная. Так точно. Ничего себе. Потому что тренды меняются, а если мы нашли свою индивидуальность, то... Мы всегда в тренде. Нам, да, нам на вот эти вот тренды как бы не очень, назовем так, ну как бы, есть до них дело, но при этом почему-то на всех нас, на нас смотрят и берут пример, например. Хорошо, про шпаглализм мы немножко начали говорить, и это всегда проблема, когда кажется, что нечего надеть, а на самом деле ты открываешь шкаф, оттуда валится. Что вы рекомендуете из старых вещей оставить, что выбросить? Всегда актуальны прямые классические джинсы без декора, с хорошей посадкой, хорошо держащие форму. То есть хочется... Старые джинсы не выбросать, потому что они не зауженные, да? Как раз достаем, то есть это вот мамс, это те же там... Дай бог памяти. Бойфренд, почему-то я не хочу это слово, вот мне как-то оно вот... А мне нравится.
Вот, и в принципе, ну, сейчас уже, наверное, является современной классикой палаццо, кюлоты и юбки плиссе. Ну, а в мужском уже теперь в гардеробе опять классические широкие брюки. Я знаю, что многие сейчас мужчины, что это Мерседес говорит, вот эти вот широкие, в которых я как пацан, но в сочетании с кроссовками, да, с худи, классические брюки, то есть сейчас они переживают новую, такую, скажем, волну. Брюки, не джинсы, брюки с кроссовками и с худи. Вот да, ну, а если джинсы, то и в мужском гардеробе тоже. Это прямые, не слишком свободные, то есть это не вот не по аналогии с брюками афгани, а то есть хорошо сидящие синие, либо светло-голубые, там, либо там, ярко-синие джинсы. Так, хорошо, от чего избавиться? Наверное, как бы даже подиум нам не рекомендовал, потому что время от времени тренд вообще возвращается, уходит, я бы избавилась от блеска. Хотя, честно, этим тоже грешила несколько сезонов назад, но сейчас просто даже глядя на эти фото и видео, я понимаю, что ага, уже не так смотрится актуально, как вот только-только вот там показали, допустим, на показе где-то. И тут же я там продемонстрировала аналогичное в Новосибирске. Стразы, жемчужины, какой-то декор на одежде. Очень-очень такая... Уже безвкусная немножечко, простит, да? Простит. Всегда. Но время от времени моден кич, время от времени модно вот именно прям вот, назовем так, то есть если у вас много места, да, много кладовок, много полок, и вы можете... И у вас 116-й джинс. Да, ну можете тогда немножечко отложить. А если все-таки совсем нет места, ну выбрасывайте тогда, потому что даже если это и будет актуально, то это будет кратковременно. Да, и хороший вкус, и классика всегда в моде. Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.